это вот сердце, отделение, весь спектр вмешательств, который есть при мочекаменной болезни, в этой больнице есть. Это и контактная литотрепсия, дистанционная литотрепсия, то есть все лапароскопические способы. Ну, все малоинвазивные. Все малоинвазивное, мы уже давно ушли от этих каких-то больших разрезов и все. Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи номер 2. Здесь находится крупнейшее урологическое отделение на 80 коек. Только в прошлом году тут успешно пролечили 3800 пациентов. Нагрузка большая, работа ответственная, да и проблем хватает. Но их планомерно решают. Периодически необходимо, конечно, обновлять базу, но все имеется в принципе в наличии. И все, что необходимо, ну, как докупается своевременно. Вот. Сколько знаю, у нас уже заказаны новые еще дополнительные эндоскопы. У губернатора сотрудники попросили аппарат для гемодиализа. Глава региона обещал больнице помочь и обрадовал медиков еще одной приятной новостью. С июля опытным врачам-наставникам, а также молодым специалистам начнут перечислять новые выплаты. Врачам старшего возраста по 9 тысяч рублей, а фельдшерам и медсестрам по 6 тысяч. В БСМП такой поддержкой смогут воспользоваться немало сотрудников. По словам главного врача, в штате медучреждения сегодня много молодых. У нас очень интересно работать. Не обязательно уезжать все в Москву и вообще больше города 7. Здесь мы уже тоже прекрасно работаем. Помимо теплых слов к празднику, губернатор также добавил, что на привлечение молодых кадров городские и сельские медучреждения края на 3 ближайших года заложили 1,5 миллиарда рублей. Елена Макаренко, «День с толком».